Ребята, вы знаете, какой сегодня день? День туалета. День красоты. День, когда все поют. Сегодня день рождения нашего канала. Ровно год назад, 12 мая, был создан наш канал. А что мы будем делать в этом видео? Мы будем петь, танцевать, отвечать на вопросики подписчиков и сходить с ума. Интересно, а кто будет нашим ведущим? Сегодня вашим ведущим буду я. Арбузова, может, ты начнешь встречаться с Отрыжкиным? Я подумаю. Чебурекова, кто тебе нравится из класса? Честно говоря, все мои одноклассники странные и стрёмные, но Пупкин среди них самый умный. А следовательно, он будет много зарабатывать и будет возить меня на Мальдивы. А это значит, что я люблю Пупкина. Пупкин, у тебя от рождения такие волосы? Конечно, я пошел в маменьку. Понятно. А у тебя есть брат? Нет, но у меня есть сестра. Ведущий, тебе нравится вести это шоу? Я очень люблю вести это шоу, правда, сейчас я в отпуске, поэтому меня заменяет Снежана. Сережа, ты любишь девочек из своего класса? Конечно, они все веселые и классные, но ни для кого не секрет, что больше всего мне нравится Чебурекова. Мама и папа Сережа, как вас зовут? Я Боря. Ванесса. Чебурекова и Губастова, где вы любите бывать на выходных? Мы любим гулять на улице. Точнее, сидеть на лавочке и сплетничать. Пупкин, ты в кого-нибудь влюблен? Мне сложно это сказать, но да, я влюблен. И скоро вы узнаете, в кого. Отрыжкин, что ты любишь больше всего на свете? Я люблю пирожки с капустой и Арбузову. Арбузова, кого из класса ты считаешь самым странным и какой твой самый любимый учитель? Мне кажется, я самая странная в классе. А мой самый любимый учитель – это физручка, потому что она всегда отпускает меня в туалет. Маруся, почему ты враждуешь с Губастовой и Чебурековой? Они считают, что они лучше меня, но это не так, потому что я самая популярная девочка в школе. Она просто боится конкуренции. Ага. Какое у тебя любимое время года, блюдо и цвет? Мое любимое время года – лето, любимая еда – гамбургеры, а любимый цвет – красный. Дед Петруша, почему ты всегда пьешь самогончик? А что еще делать? Не в огороде же пахать! Ха! Чебурекова, у тебя сейчас есть парень? Сейчас я нахожусь в свободном отпуске, то есть поиске. Маруся, почему ты постоянно чавкаешь? Потому что я жую жвачку, это же очевидно. Бомж Валера, где ты живешь? Сейчас я живу на непитаемом острове, но я не знаю, как я там появился, где я был раньше и где я буду потом. Почему вы постоянно ссоритесь? Вообще-то мы никогда не ссоримся. Не верьте ей, это она на камеру так говорит. Рот закрой! Рот закрой! Рот закрой! Почему ты не делаешь домашку? Потому что я ленивый. Ведущий, как вас зовут и почему вы редко появляетесь в видео? Я агент X. Это все, что можно обо мне знать. Я появляюсь в видео редко, но метко. Отрыжкин, расскажи, как ты влюбился в Арбузову? Я видел, как она бежала в туалет, она была такая быстрая, уверенная, как лошадь, и я понял, что влюбился. Арбузова, почему ты не любишь носить платья и юбки? Потому что это неудобно. Маруся, у тебя есть парень? Нет, у меня никогда не было парня, но это не потому, что я некрасивая, а потому что я нашим пацанам не по зубам. Сережа, как зовут твоего младшего братика? Бухтеречек. Бабушка Зина и дед Петруша, как вы познакомились и начали вместе жить? Мы сидели с ним за одной партой с первого класса, вот так и познакомились. А потом уже начали жить вместе. Но я не знала, что он будет таким. Таким это каким? Балдаты. Чебурековое губастово, какой ваш любимый предмет? Мне нравится кровать, а мне зеркало. Арбузова, если бы не было туалета, что бы ты делала? Я бы была человеком, который бы создал туалет. Трудовица в школе – это твоя мама? Да. А Василиса Красный Петух – это твоя бабушка? Да. Пупкин, почему ты притворяешься собакой при своей маме? Это сложно объяснить, но при маменьке я хочу быть послушным мальчиком, потому что в какой-то мере я ее боюсь. Знаете, она очень властная женщина. Маруся, ты в кого-то влюблена? Да, я люблю только себя. Сережа, кем ты мечтаешь стать? Я мечтаю стать таксистом. Дед Петруша, как вы стали учителем информатики? Да я с одним дедом поспорил, что буду работать учителем информатики. Пока что меня не выперли оттуда. Маруся, кем работают твои родители? Мои родители очень обеспеченные люди. Моя мама работает учителем английского, а папа бизнесмен. Арбузова, кто твой лучший друг? Отрыжкин и Сережа. Почему ты такой лохматик? Потому что я никогда не расчесываюсь. Бомж Валера, откуда вы знаете столько поговорок? Как говорится, кто знает много поговорок, тот хороший человек. А еще, как говорится, если вы сейчас подпишетесь на наш канал, то Рыжий споет свою легендарную песню, а персонажи будут танцевать.
Многие из вас часто пишут в комментариях, почему канал называется Снежана Мясникова, если видео снимается больше 30 человек. Дело в том, что Снежана Мясникова — это... Сережа! Чебурекова! Купастова! Арбузова! Отрыжкин! Пупкин! Мария Ивановна Людоедова! Бабушка! И дед Петруша! И так далее. Я создала свою вселенную, и за этой вселенной наблюдает как минимум 1,5 миллиона человек, которым нравится мое творчество. Вы мотивируете меня снимать видосики, придумывать новые невероятные истории и приключения персонажей. Вас так много, и это очень круто. Вы присылаете мне в Телеграм огромное количество рисунков, которые вы посвящаете моим персонажам. Они просто нереальные, классные. Спасибо вам большое, ребята. Ваши рисуночки я смотрю и публикую у себя в Телеграм-канале. Кстати, ссылочку на него я оставила в описании под этим видео. Я вас очень люблю и крепко обнимаю. Всем пока! Подпишись, если не хочешь, чтобы Снежану съела акула.